Перед вами установка, содержащая генератор электромагнитных волн с рупорной антенной. Его вы видите в глубине кадра. Слева вы видите приемник с такой же антенной. Сигнал приемника поступает на усилитель и отображается вольтметром. Поместим на пути электромагнитной волны решетку из параллельных металлических стержней. Заметим показания индикатора и установим еще одну решетку. Обратите внимание, что сейчас стержни обеих решеток параллельны, и показания индикатора после внесения первой решетки практически не изменились. Повернем вторую решетку на 90 градусов. Теперь стержни решеток взаимно перпендикулярны, а показание индикатора уменьшилось до нуля. Повернем вторую решетку еще раз, так чтобы стержни стали снова параллельными. Отметим, что показание индикатора достигло прежнего значения. Тот же эффект можно получить, вращая первую решетку. Когда стержни перпендикулярны, индикатор показывает 0. А когда параллельны, максимальное значение.